Всем приветик. Саша ездил в магазин в Пене. Закупился на 42 евро 50 центов. Что он купил? Он купил упаковку воды. Я уже, правда, ее разобрала всю. Упаковку Пепси. Так, сколько стоит вода? Одна бутылка воды стоит 1 евро 14 центов. Ой, извиняюсь, 14 центов стоит вода. Бутылка воды стоит 14 центов. За 6 бутылок он отдал 1 евро 14 центов. Вот. И за тару он еще сверху отдал 1,50 евро. Когда мы бутылки эти сдадим, нам 1,50 евро вернут назад. Пепси. За Пепси он отдал 3 евро 54 цента. Пепси акция. Не помню, сколько стоит бутылка, но разделите 3 евро 54 цента на 6. И за бутылки он также за тару отдал 1,50 евро. Потом взял кофе на Скафе Голд. Он отдал 9 евро 49 центов. Такая вот большая банка. Здесь написано 200 грамм. Вот. 9 евро 49 центов. Далее купил хлеб. Вот хлеб. 1,39 евро. Потом взял себе табак. 13 евро 95 центов. На 200 штук. И скоро будет мутертаг. Так как я... Пиво я не пью, водку я не пью, я пью либо вино, либо ликер. Вот, он купил мне вот такой вот ликер, Амарула называется. Вообще он стоит около 14 евро. Здесь сразу со стаканчиком, но сейчас на него акция 9,99 евро. Купил вот такой вот ликер. За это все он отдал 42 евро 50 центов. Так что вот такая вот маленькая закупочка. Вернее, подкупили того, что не было. Все, ладно. Всем пока-пока. До скорого. Увидимся.